сезон начали довольно-таки удачно, вошли на первом месте, но где-то второй круг, оконцовка, надломились где-то психологически, тяжело восстанавливались, и временами игра давалась нормальная, временами нет, и так оконцовка получилась скомканно. Ну, отсюда, конечно, пятое место в турнирной таблице, результат неположительный. Прогресс был по сравнению с тем годом? То есть, если результаты одинаковые, то по игре было видно что-то другое или нельзя сравнивать? Ну, здесь можно не то, что сравнивать. Сначала у каждого тренера немножко свое направление тренировочного процесса. Конечно, было, по-другому все было. Что с Ларионом Стасом, что с Александром Верижниковым. Ну, было видно, рисунок игры отличался. Ну, результат один. Тоже пятое место. На следующий сезон уже какие цели, виды у вас? Ну, во-первых, ряд игроков покидает команду. Практически 80% состава вливаются новые ребята, ну, с которыми я знаком не так много, скажу. Ну, время покажет. Цели, конечно, высокие. Стараемся максимум выжить.